Так, добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр, это Алик, самый позитивный, только что мимо меня со страшной скоростью пробился Алик Брейн, он же фиолетовый Шрек. О, смотри. Я нашел, да. Да, друзья, привет. Где баба тут? Я нашел классную тачку. Тихо. Охренеть можно. Так, едем. Блин, трамплин. Ах, твою мать. А, давай разгонимся, наверное, да? Давай. Сейчас отсюда возьму. Копы нахуй, коп. Хуя, что-то было такое. Как они так? Они попытались тебя, короче, с дороги сбить. Вот, трамплин, поехали. Блин, что его так завернуло-то, эту машинку? Счастье. Она маленькая, сука, ее, блядь, занесло. Она классная. Так, выбирай задание давай, или я выберу. Ну давай, выбирай, ты поскольку за рулем. В общем, пока мы вам можем однозначно сказать только одно. Миссии ни о чем, ребят. Ни о чемное просто. Да. Челленджи. Абсолютно. Ни о чемные, не то, что как мы играли в третью часть. Абсолютно пока ничего схожего нету. О, дабстепган. О, взял? Миссия. Взял. Нет, миссия на получение дабстепгана. Да, поехали. Давай. А я уже расстроился, думал, все. Ну, нихуя, Алекс, веселье начинается. Едем. Все, ехали. Обязательно, это надо обязательно пройти. Только бы, блядь, не вылетел опять. Или не вылетело, или не заключило, или не начались опять проблемы. Я хочу очень на это посмотреть. Это реально божественно было. Реализовано. Это было, правда, очень смешно. Блядь. Стреляй, веселись. Людям там увеличивает головы, ты это видел? Да, тоже есть такая, да. Че, ладно, ты сейчас. Веселись, Алекс, развлекайся. Да, хули. Хули вала, ебать. Покушки, хули, ёпта. Это ж моя, блядь, мечта с детства, блядь. А ты не застудишь, ты там ничего не застудишь, нормально все. Да, на улице, в принципе, тепло. Слава богу, что снега нету. А ничего, что я уж... Не понял, мы опять сюда приехали. Ну, я так понял, надо сюда. Да, выходим? Да. Да, мы отсюда начали, блядь, круг сделали. И приехали, нормально. Так, да? А, нет, не на Е. Ты на что нажал? На R надо, да? Я не знаю. Если гараж. А что у нас в гараже? Давай посмотрим. Ага, байк гаражей, хорошо. И давай смотри. Или... Смотри скорее, потому что полиция приехала. Ну, хорошо. Сейчас по-быстрому. Так, дрободан, тут ничего. Ты там, если что, отобьешься, да? Да, конечно, не вопрос вообще. Слушай, тут можно вызвать самолет себе. Так. Ага, гардероб есть. А ты куда вообще сейчас зашел? Вот ты сейчас где? В GTV. Это если R нажать, надо нажать E. А, ну надо E, да. Да, вот. Бля, неужели дадут дабстеп-пушку? О, вот это будет круто. Да. Ну да, мы вернулись. Так, мы тут. А это получается, знаешь что? Это как бы телепорт между вот этим кораблем космическим и землей. Неплохо. Not bad, я бы сказал даже. Так. Ну, по крайней мере, это очень оригинальное, что-то новенькое. Так. Да, такая дверь. А корабль ничего тогда? Чужих не хватает. Очень много. Кукла, смотри. Теряются все. Смотри, наша кукла, помните, за которых мы играли? Блять, сука, можно я, блядь? А на руле, да, кораблем? Нормально так. Автопилот типа, да? Так, что нам надо делать-то? А я нажал, там уже заставочка идет. А, уже заставка. У тебя заставка идет, у меня вообще ничего нет. Я просто, блин, рядом с тобой стою и все. Охренеть можно. Странно, вот когда мы в третью играли, там, в общем-то, заставка шла и у тебя, и у меня одновременно. О, objective complete. Так, он зашиб. Так, все, надо было просто с ним потрындеть и все, что ли? А, complete race. Ага. Закончите. Так просто, гонку, да, что эту пушку придется постараться, я так понимаю. Я так понимаю, что да, придется попотеть. Ну что, пошли? Зайти в симулятор, вот. А вам нечего делать. А, так, что дальше? У меня потому что на тебя указывает. Да? Нет, я могу, конечно, проверить, пойти и вот эти. Нет. Это? Нет. И что надо выбрать? Блин, что-то я совсем... Это ты. А, вижу. Ну, там было что-то с гонкой, я так понял, связанное, да, закончить? Бля, херня какая-то. Не, а хули ты пропал-то? А я тут остался. Серьезно? Возвращайся. Как? А, не, вот... Попробуй, можно же как-то выйти. Подожди, у меня тут много дверей, которые... Вот, я вернулся сюда, и тут можно закончить гонку эту. Слушай, тут какая-то интимная комната с...
с этими, с плеткой. Вот такой вот кошкой сексуальный, и музыка играет. Я понял, но тебе надо вернуться. Я иду на гонку тогда. Ага, хорошо, давай. Я не знаю, может быть, ты ее один должен как бы сделать? Просто, да нет, наверное... У меня ничего не указано, никуда мне идти, ни с чем не взаимодействовать. А, тебе есть, надо даже... вернуться. Помнишь, там такой как бы аппарат есть для перемещения? Аппарат, да, я рядом с ним, ну как бы, да, вот телепорт который, да? Угу. Вот, ну, вот в котором ты был сейчас, да? Да. А, вот, вот, ну вот он освободился, наконец-то, ёпта. А то я, блин, нахрен вокруг него бегал, никакого взаимодействия не было. Так, у меня карта, ты куда переместил, скажи мне? Как тебе сказать? Ну, я думаю, ты по карте найдешь... Что там такое? Confirm V-Start... А, Алекс, надо найти Super Alex World, чтобы начать гонку. А, вот он ты, я тебя вижу. Тогда давай, я на окно сейчас вот откну. А, я тебя не вижу. Подожди, сейчас. А, ты ткни, куда переместиться. Да, вот я там хожу. Давай. И начнем сразу отсюда гонку. Слушай, а чтобы переместиться, надо на какую кнопку ткнуть? А правый. Right click button. Ага. Ни хрена. Нет, не перемещается? Не. А, переместись тогда там, где дверь, на радаре дверь нарисована, попробуй туда переместиться. Дверь. Именно в дверь надо, да. Ну, точки связи. Карте тогда? Не знаю. Блин. Алекс, тут много таких моментов, которые хуй поймешь, блядь. Да хуй поймешь, да, я тогда жду тебя. Я сюда вернул. Я тогда жду тебя тут. Да, ни логики, ничего, ладно, окей. Ну-ка. Слазь, ёб твою мать, влезай, нахуй. Че, я доеду до тебя. Тут можно бить бомжей и блондинок. Это замечательная игра. Это просто к чудо... Да. За чудо гейм. О, я вбил много-много бомжей. Так, ты на той стороне. Давай прыжок. Разгоняйся и прыжочек сюда через воду. С хейчик будет. Это ты... Ладно. Подожди. Исчез. Там водоемик такой небольшой, давай. Давай. Не получилось, да? Нормально, вот. Да, хорошо. Так, good. Yes. О, да, все. В этой игре много чего неясного, непонятного, нелогичного, опять-таки. Ну, давай. Так, и что, опять гонка, что ли? Ради дабстепгана? Ну, давай попробуем. Давай. Гоу! Погнали, еб твою мать. Бля, по-моему, он быстрее начал бегать, не? По-моему, тоже, тебе не кажется. Смотри, машины отлетают. Вообще офигенски. Охуенно, бля. А, в красное нельзя, оно минус 2 секунды забирает, понятно. Да ты что, правда? Да, в красное нельзя. Я пропустил зеленую, блядь, поебень. Зеленую поебень. Так, я хочу дабстеп пушку, суки. Дайте нам пушки. Я думаю, мы справимся с этим. Я тоже так думаю. А за сколько надо успеть? Хуй его знает. Без понятия, честно. Супер буст у меня уже будет. Так, давай, родной, давай. И прыжочек, да? Ага. Так, ну сколько, одна минута там что-то пишется? Одна, блядь, прыгай, поц! О, давай. О, голд, у меня голд. Отлично. А у тебя что? Все. Так, сучары, давайте пушку. Бля, прикинь, сейчас ничего не дадут. Нет, Blazing написано комплит. Так, бронза, сильвер, голд. Continue, нормально. О, 5000 баксов дали. Да, 5000 баксов дали. У нас такие миллионы были, я помню, в третьем мы там собирали денег немерено. Там были, блядь, бешеные просто. Пушка, бабки. Где моя суперпушка? Дали, нет? Что-то нет пока. Эй, я не понял юмора. У меня нет ее лично в арсенале. А ты уверен, что мы именно вот за нее сейчас боролись? Да. Точно? А, может, надо все задания выполнить. Ну смотри, я тебе объясню. Заходишь, нажимаешь табуляцию. Так, ну выбираешь, одно мы уже выполнили, да. Сайт-квест, выбирай. Там написано Weapon Dubstep Gun, видишь? Я вижу weapon... А, вижу, да. Ну, так надо все задания то выполнить. Тут их еще, блядь, 3 штуки осталось.
О, ну давай чего, давай выполнять все, пока времени. Давай, давай. Окей? Чисто давай, серию тогда потратим на эти задания, да? Давай, давай, да. Давай, ты отметишь что-то? Я выбрал, да, выбрал. Так, так. Ладно, побежали. Так, ты опять через речку, что ли? Да, так удобно. Ты задерживай пробел, и он тогда очень высоко прыгает. Угу. Давай можем на машине, потому что как-то в рознь бежать... Давай, это очень долго, да. Тем более, что у него... Не прикольно. Ох, какая тачка, твою мать. Смотри. Забирай. Охуенно. Почему я как вверх, блядь, тормаю? Переверни меня нахуй. Я перевернул. Забирай. Алекс, что происходит? Я не знаю. Но мне это, меня это очень радует. Смотри, я умею просто в машине эти расталкивать. Смотри, просто подбегаешь, а ну хуяк ее, блядь. Смотри. Охренеть, может. Охуеть, блин. Так, давай, ладно, поехали. Как меченый, блядь, туда-сюда. Поехали, да. Кто это рядом проехал? Нет, вот это, конечно, в принципе, весело. Вот это реально интересно. Ну, да, веселуха такая конкретно. А вот эти, блядь, допрыгайте, дочку, там что-то возьми, какие-то сферы, блядь. Блядь, у меня колесо, смотри. Блять. Я случайно. Так, ладно. Блин, 1.5 километра бежать. Блин, как я быстро сел. Вот тут я в ретро-тачку сел, смотри. А ты выпрыгни, Алекс, выпрыгни оттуда с моста по диагонали, вот где я стою. С разбега. Очень интересно так сделано. Давай. Воду. А, зачем ты воду? Ладно. А лодки тут есть, ты смотрел? Нет. Хоть какие-то. По крайней мере, там их не видно. Охуеть, блядь. Да, вот так удобно бегать. А я на дороге еще, блядь, кого-то ёбнул. Это нормально. Для такой игры, как эта, да, это просто шикарно. Бля, ну цензура, конечно, шикарная. Я только хотел нацелиться. Ты вот так угандошил. Заметь, что расчлененки, как бы таковой, тут вроде бы нет. Да? Нет, нету, да. Садимся? О, байк. Байк ТВ. Во, мафия, смотри, добро пожаловать, ёпты. Смотри, какая корыта. О, а я же тебе говорю, я вот в такую и садим. Ну давай, в ней порядим, хочешь? Давай. Ой, очень культурно, а пошли. Вот. А, так я за рулем, окей. Да? Анигамобиль. Бля, я только с голой жопой. Смотри, ты как-то так вылез вообще практически полностью. Да, я говорю. Ну такая машина, что ж ты хочешь, ретро? Тебе понравилось, да? Да вообще ж, блядь, шикарно, ёпта. Дело в том, что из ретро-автомобиля можно, блядь, вылезать целиком с голой жопой. А из современных машин такого, к сожалению, нельзя. Знаешь, зацензуриваться. А из ретро-машин... О, смотри, как кто сзади, смотри. Где? Блин. Ух, кошка. Ты что такое? Нет, хуя какая-то. Кошка, блядь. Кошка? Это кошка, нет? Нет. А я буду, блядь, пока не посмотрю, кто это. Это горилла ебаная, да? Ну-ка. Это горилла. На, горилла. Алекс, к тебе бежит что-то зеленое. Где? Что-то зеленое. А, вот, вижу, это да. Это свинья, блядь. Да не туда, ёпты. Что, это свинья, блядь, реально свинья. Блять. Че ты творишь, твою мать? Ладно. Так, мы едем, у нас задание там до хрена. Поехали. У нас там три задания, и хрен знает какие, да. Нам надо, блядь, дабстеп пушку. Дабстеп. Самое интересное, что и машины танцевать начинают. Правда? Да. Блять, че это так? Че это про. За район-то, блядь! Свинья, ёпта, на мотоцикле! Что ты за район? Ты это видел, блядь? Как это свинья? Где? Там свинья, да? Давай. А там какая-то свинья бегает, смотри. Где на мотоцикле она? Блядь, еще в маске вот это, смотри, этого. И в предыдущей части, смотри, вот район чертовых фриков, блядь. Одни фрики на.
Че это за район-то за такой, блядь, психов пьют? Вот, отбивай его. Ghostbusters, блядь. Блядь. Костыли были какие-то нарисованы на карте. Даже костыли есть на карте. Все что угодно, да? Все что угодно, ёпта. Не, ну, негомобиль надо бы найти, конечно. Так, приехали, да? Или так, ща вот сюда. Что за клуб какой-то? Блять, за нами копов, хоть жопой жуй. Так, че надо? Давай. Угу. Ну чего, блять? Че происходит? Супер Алекс Ворд деклайдит. Какой деклайдит, давай. Давай. Давай нажимай, какого хуя? Меня стреляют. В этом смысле. Сейчас я угадушу. Не дают нам ткнуть, ёпты. Все, тварь ёбаный. Деклайнит. Какой деклайнит, да? Майхим, это сейчас надо раз... Ух, что это такое? Что это, блядь, черная дыра? Нихуя! Ты это такое? Блядь, я напутаю! Что это было, блядь? Нахуй, ёпта! Погоди, не надо! А, запрашивает, смотри, он нахуй! Нихуя! Подожди. Вставай, ёбаный пиздец! Я горю, блядь! Я горю, сука! Оживить тебя! Ковер, блядь! Смотри, оно засасывается в чёрные дыры эти! Офигеть! Ёбаный. Я-то думал, ничем нас не удивить. Смотри уже! Смотри меня! Охуеть, смотри, блядь! Танк приехал, Алекс, смотри! Ёпта, я тебе пролетел, что... Блядь, я под танком! Какого хуя? Чат моего уйдут, подожди. Подожди, меня досы... Что это за хуйня была? Ты видел, меня засосало практически. Ой, блядь. Слушай, а почему и нас-то, блядь, тоже засасывает туда? А потому что мы близко подходим. Я тоже. Так, Алекс, у нас надо 200... 300 тысяч надо. Ты такой? Так, комбо... Ебануться. Давай, Алекс, давай, денежки надо. Я растянулся, блядь. В смысле растянулся? Блядь. Алекс, 57 секунд. Я тебя прошу. Давай. Блядь. Кого ты стреляешь? Машиной надо стрелять, блядь. Сука. У нас же время. А хули, ёпта. У нас же времени мало. Да я, блядь, что делаю, ёпта. Я, блядь, вообще на хуй, блядь, 10, блядь, минут подняться не мог, блядь, асфальта, ёпта. Так и лежал, как мудак. Подожди сейчас. О, давай гориллу пусть засосет гориллу, сука. Алекс, 50 штук, 30 секунд. Успеешь? Давай. Люди засасываются. Я хилею. Люди, давай сосать. Синяк, нам дали статус синяка. Быстрее, танк, хуеть. Давай, у меня панк. Где танк? Давай. 7000 осталось, 10 секунд, 7 штук, не стреляй меня. Ёбаная в рот. Да не стреляй, я вообще в автомобиль целюсь. Нахуй в автомобиль, на миссию надо выполнять. Вот, фух. Во, пиздец. Ой, блядь. Смотри, какой радостный, блядь. Че за радость такая? Не знаю, наверное, сделали. До Сильвера мы не дотянули, голд это миллион. О, нормально, хорошо, прекрасно. Самое главное, что мы сделали. Прекрасно. Конечно, дайте, блядь, пушку. Что-то подпата дают, блядь. Да, что-то денег мало. Ага. Тебя быренько второе выполним. Только, ну вот это, блядь, было весело, реально. Там вообще, блядь, ни черта непонятно, что происходит. Кого-то засасывает, и тебя заодно засасывает, блядь. Черная дыра. Интересно, а дабстепган, он убивает или просто так, для прикола? Нет, может быть, он разрывает их на куски? Хуй его знает. Так, ну давай последнюю выполняем. Сколько там? Да, сколько там? Сейчас посмотрим. Последняя, кстати, да? Нет, предпоследняя. Да? Или два еще? Два. Так, что-то надо очистить. Зинтрупс. Давай найдем Зинтрупс. Давай. Так, ты знаешь, да, тебе отметилось, куда надо? Да. Так, найдешь нам тачку? Да, с удовольствием. О, смотри. Бля, да пкинь ты его, ёб твою мать, да не бери. Чё происходит, блядь? О, берем вот это. Охуенчик, да? Садись, блядь.
Заткнись, коли ты в онлайне. Смотри, она с Нитро, смотри. Блядь. Да не бей меня, какая-то баба побежала, бьет, блядь. Ты где? О, вот что надо. Блять. Так, ну что, взял, нет? Не-а. Я жду тебя, пока ты возьмешь. Все, поехали. Давай садись. Отлично, все, едем. Так, мы едем на двойку, да, которая у меня там отмечена на радаре, да, или что? Давай направо, я тебя буду контролировать. Давай. Прямо, прямо так. Там что-то такое непонятное. Направо. Налево. Направо или налево? Я пошел с тебя уже. Я полезу. Да. Направо, налево, блядь. Направо, налево, зашибись, блядь. Как этот, блядь, навигатор, ёпта. Он бы так говорил. Представляешь, да? Направо, налево, блядь. Направо, Алекс. Направо. Вы не туда, блядь, поехали. Нам направо. Уже прямо, да? Наверное, направо, я тебе сказал, ебаный хуесос. Ну, вот такой бы, блядь, GPS-навигатор был бы. Так, пока направо давай. Направо. И прямо. Прямо. Блядь, нет. Пять в эту хуйню, да не может такого быть, я ебал. Да ладно, не может быть, я не хочу это проходить. Нет, стоп. А вот подожди, тут. Нет. Вот тут, да? О, смотри, смотри, кто это, смотри. А, вот тут, все, все, выходим. А, ну этих-то мы сейчас раздавим, хуй. Ой, еб-то. Да, бей, бей всех. Отлично. Давай руками, блядь, просто ее. Кошка пришла! Или что-то хряк пришел, а хули он тут делал-то хряк? Там хряк, да? Гандунь, гандунь, просто гандунь. Зелёный костюм, ёпта. Ебашь его. Блин. Всё, да? Что происходит вообще, ёпта? Всё, мы всё... Блядь! Все сделали? Objective Camp. Видишь, как быстро все. Сейчас получим пушку, охуенно будет. Access. Так, нам что-то добавили в магазин апгрейдов. Давай посмотрим. Давай. Dubstep Gun. Ага. Clear Objective. Так, ну и последнее. Не, давай, нам еще, конечно, не добавили еще ее. Да. Ну, есть какие-то апгрейды, надо посмотреть, что там за апгрейды. Вот я сейчас апгрейды смотрю. Да, кое-какие есть. Так, комбат, амп. Бля, не, мне не хватает. У меня на это дело бабла не хватает. У меня пока есть, я вот пока, блядь, прокачиваюсь, но вроде все. Вроде бы пока все. Ну ладно, хватит. Так, ну что? Квесты. Power. Так, я выбрал, поехал. Так, давай, да, все, да? Да. Так, долго до него? Самое интересное, что мы же вроде как президент, и копы должны охранять нас, нет? Ну, это же, нас... знаешь, я делал вывод, что это, в общем-то, не копы, а какие-то их проекции, что ли, или что-то типа того. Так, давай, залазь. Быренько. Так аккуратно обошла машину, дело. Так, едем. Последнее задание. Все, сейчас. На пушку. Бля, лишь бы это не на ту башню забраться. Я, блядь... Нет, лучше бы не это. А ты как раз к ней едешь, да? Блядь, нет, не может быть. Погоди, может это не то. Сука, да как же не то, блядь, вот. Где, что, а где ты? Ебать. Вот тут, да? Она, да? Да. Не может быть. Ага. Блядь. Так, ну ладно, давай попробуем, хули. Ёпта. Это, конечно, неприятно, но что ж поделаешь. Ради пушки, Алекс, постараемся. Блять, нет, придурок. Ах, бог ты мой. Так, activated tower, да? Да, активирую. Так, давай будем одновременно тогда пробовать. Не, не туда, куда ты целишься, не туда. А куда? Вот куда я, видишь, вон туда вот. Ну, я вижу, я блин, туда и целился. Вот, а, окейшки, давай. Жду, да. Ну, поочередно, если вдруг один упадет, чтобы... О, теперь так, сюда. Давай, а? Подстраховочка. Давай, ага. Давай. О! Что-то я собрал кластер очередной. Так, и теперь вот здесь надо бежать поверху. Вот так, смотри. Вот так вот мы прыгаем. Вот тогда нажимай на пробел, да? Да. Бля, прыгай, придурок, прыгай! Ну, сука, нет! Какого? Он не прыгал. Я нажимал, а он не прыгал нихуя. А как же тогда? Не знаю. Попробуй. О, ты собрал, да? Отлично, ага. Я тогда попробую добраться там. Блин. Так, все. Не, там далеко прыгать. Ну, это я, в смысле, блядь, пока все.
Слушай, а можно как-нибудь сохранить там, я не знаю? Не-не-не-не-не, а сейвинг проходит, сейвинг так-то пройдет. Пройдет, да? На самый верх, по самой башне, там у тебя показано, куда прыгать. Там далеко, блядь, очень высоко прыгать. Она же ответственная, блядь, башня-то. Ну и хуй. Так а как она заберется на ответственную башню-то каким боком? Так, ну ладно, давай, я тебя подожду здесь. А, вот туда же. Не, лучше не ждать, я долго буду прыгать. Хорошо. Конечно, попробую. Блядь, нет, сука! Хуе! Это пиздец, блядь. Это пизда-то, да. Ладно. Блядь, неужели это надо сделать, чтобы ради пушки этой? Ну, попробуем, конечно. Блядь. Так, еще выше. Ай, блядь, ладно. Согласен, хуево. Блядь, прыгай, дебил. Да, ну придумали, блядь, они, конечно. Ладно. О, е. Так, я куда-то допрыгал. Уже с горем пополам, блядь. Сюда. Так, активируйте, что активируете? Я что-то собрал там, активируйте. Так, еще выше, да? Ох, ёб. Я не на то, что ли, блядь, прыгаю. Да мне заебывает вот эта хуйня, знаешь? Согласен, надо, да, бесячая. Так, я просто пока не вижу конкретно, куда надо. Насколько выше. Нет, это... Ага, вот туда. Так, понятно. Сюда. Так, у тебя получается что-то? Нет. Блядь, ну на меня надеяться сильно не стоило бы. Я если упаду где-то, это пиздец будет. Да я понял тебя, да. А, я практически до верха, ну как доверх? А, ну давай тогда хули, ёпта. Все. Вот там ты цепь, блядь, прошел. Кстати говоря. Десятка. Так, давай. Ой, блядь, как же это стрёмно, ты бы знал, а. Да говно, ёпта. Я даже, блядь, и делать не хочу этого, блядь. У меня, блядь, никаких, блядь, не хватит нервов на это. Это я тебе точно говорю просто. Ладно. Мне сейчас это нахуй хуйня, блядь, взбесит просто, блядь. Ну, блядь, Климптал. О, что-то новое дали, да? Молодец. 11. Ох, ебать, как же далеко еще. Это жесть. Кто это придумал, блядь? Руки от надо оторвать. Говно полное, да. Ты прав. Давай. Так, ну тут вроде наверх сейчас, вроде бы все. Сейчас ждем. Сука, идиотизм, а. Давай, родненький, давай. Давай. Блять, я наверху, все. Все? Ну, отлично. Фух. Все, или еще выше, блядь? Вы что, ебанулись? Я и так уже, сука, тут и так уже полгорода не видно, нихуя. Еще выше, ну давай, еще повыше. Бля, у меня аж сердце колотится. Пиздула. Не, Алекс, даже не пробуй, там очень высоко придется хуярить. Блять, неужели ради дабстеп пушки такое делать? Блять, я... Мне даже и неохота. Я вон лучше, блять, с бомжами здесь, блять, повеселюсь, чем буду, блять, хуйней заниматься. Так, ладно, я бегу наверх. Давай. Пытаюсь. Давай. Ой, блядь. Так, ну это последний, я надеюсь, или нет? Блядь, еще выше, сука, как же это... Все, я до последней сейчас дойду. Давай. Ты меня, наверное, не видишь, я там в самом верху, блядь. Да нет? Не видно? Неужели это кто-то проходил? Не знаю. И неужели кто-то от этого, блядь, ловил кайф? Мне вот больше всего вот это, блядь, волнует. Да, тут, конечно, кайфа. Неужели не вот словишь. От этого, блядь, можно поймать кайф? Это реально, блядь, от этого идиотизма. Ну все, я на самом верху. Сейчас надо, блядь, эту хуйню забрать. О, блядь, ну спи. Все. Все, да, взял? Да. Смотри, сейчас заставка должна быть. Ебать, я это проделал. Есть какая-то заставка или что-то такое? Ничего нет? Нету, не. Фу, все, damn that. Дали, нет? Tall. Go to location, да.
У меня, блядь, бита откуда-то. Где моя пушка, суки? Я столько проделал нереального. Где моя пушка? Бонусы. У меня эти бонусы, блядь. Нет там ничего в инвентаре? Машины, не, атаки. Сейчас. Угу. Ладно. Может, мы не все еще, блядь, задания сделали? А, так, прокачаться. 25. О, можно способности прокачать свои. Отлично. Пока прокачаю, я... Блядь, добрался. Я думал, не доберусь. Хорошо. Так, ну надо дальше куда-то ехать. Go to location. Это не все. Я прыгаю вниз. Ебать. О, я лечу. Алекс, я прыгаю вниз, притом очень далеко. Ты где? А, ты вообще, ты хуй знает где. А вон он, ты нет. Kill the target. Это еще не все. Не-не-не, не убился. Так, это еще не все. Походу-то. Так. Вот эти цели надо убить. Вот эти цели? Да. Блядь, где он? Какого? Блядь, он тоже быстро бегает, да? Ладно. А шоколадок надо перебить. Вот тут один. Там интересно, что у меня-то они на радаре не отмечены. Не отмечены, да? Mm-mm. Блядь, ладно. Поэтому я могу только догадываться, кого ты там убиваешь и что с ними делал. Ладно. Вот я его убью, видишь? Вот он, вот он. А, вот это что ли? Да, его. Куда он, где он? Вот он. Сейчас его перебьем. А его оружие, блядь. Ни хрена. Алекс, что ты сделал? Ни хрена ты угандошил меня, блядь. О, все, мы прошли эту программу, блядь. Давайте мне пушку, ёпта, свиньи. Что-то не похоже дело, что-то не, ничего так не написали особо. Блядь, ладно, давай дальше. Побежали. А что-то у меня за машина тут отлично красный цвет. Не дай бог опять куда-то. Так, 700 метров. Так, ты возьмешь нам тачку, да? Поедем. Давай, сейчас возьму, да. Да, это, конечно, серия не такая эпичная, но ради пушки можно сделать... Ради вот этой, да, вот пушки. Я надеюсь просто, что больше, блядь, таких миссий не будет нудных. Допрыгать до цели, сделать, ну, это хуйня какая-то полная. Это уж точно не Central. Это 100%. Да, это прототип там или что-то такое. Да, да. Это что угодно, но только не Central. Все, я в машине. Что еще надо сделать? Едем. Бля, вот это задание, конечно. Туда поедь, это сделать. Да, ну ради пушки, видимо, они решили, что она уж шибко крутая, эта пушка, поэтому, собственно говоря, и надо это сделать. Ну ладно. А прикинь, если она доступна была, нет? Все это время, а мы, блядь, с тобой, да? Или можно было накопить денег и купить ее, там, предположим, в арсенале. Хотя, может быть, не исключено, что так оно и было бы, если бы, может, мы правее. Хотя, вряд ли. Бля, куда надо ехать? Наверх куда-то? А у меня вообще не показано, так что я только... А неинтересный момент. Как они так сделали, что не показано вот куда? Ну, обычно это все автоматически должно быть. Вообще, в принципе. Все, выходим? Не-не-не, рано еще. Куда ж ты? Блядь, еще цели. У нас еще цели тут дохуя. Блядь, лишь бы не сдохнуть. О, инопланетяшки, давай. О, да, нормально. Взрывай заправку, там же эти... А, давай, хули. Давай. Угу. Стреляй же, ёпты. О, давай, стреляй. Стреляй, стреляй. Странно, что у меня? А, о, перегрело, что ли? О, о. Нормально. Блядь, он горит. Блядь, он выкинул. Нихуя. Он тебя выкинул. А, Алекс, тут эта хрень стоит, видишь, надо ее обезвредить. Блядь, я летать умею. Сейчас все сделаем. Прикинь, ты умеешь летать? В смысле летать? Я именно летать, как Питер Пен, нахуй. Ладно, давай, обезвредим. Я тебе покажу, да-да-да. Как ее обезвреживать? Что надо делать? Чат. Ты умеешь, да? Сейчас я сделаю. А, блядь, нам не сюда, ёпта. А куда, ёпта? Этот чертов рада. А, нам надо вернуться обратно в эту дверь телепатическую.
Ты что, правда, что ли? Да. На корабль обратно. Что-то я тебя, блядь, потерял. А ты где вообще? Ой, блядь, что же, блядь, что за жизнь? Блядь, ты у меня исчез. Радар вообще, блядь. Да, найди эту дверь, и тебе надо туда вернуться. В эту дверь. Ну, помнишь, как мы на корабль этот возвращались? А как я ее, блядь, искать буду? Вот мне любопытно. Она на радаре есть. А как она на радаре выглядит? Ну, хотя бы в каким она значком. Она вроде бы желтая и такая белая дверь, да. Все, 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 вижу. Все, да. Ерундистика какая-то, да, если честно? Блядь, ну, это пиздец, да. О, открыли, открыли пушку, блядь. Да. А нет, на Е, да, наткнул? Открыли. Нет, я вернулся, поговорил с вице-президентом, и мне открыли дабстеп-ган. Ой, как охуенно. Быть военным. Так, идем отсюда. Как вернуться? Нет, погоди, стоп, а у меня-то ее нету. Она у тебя где сейчас, в арсенале? А я не знаю, я пока на корабле, сейчас найду, как отсюда вернуться. Вот, давай, сейчас выходи, я к тебе вернусь. Может быть, и мне тогда не придется лезть. Угу. Бля, хорошо. Так, я возвращаюсь к двери тогда, да? Все. Дверь, блядь, в преисподнюю. Сейчас надо додуматься было дверь сделать. Так, вот ты вышел. Так, и где ее взять-то? Бля. А, подожди, сейчас. Точно взял? Гараж. Или оружие. Это только тебе дали пушка, нет? Не, нам всем дали. Так, какая-то винтовка. Че найдем? Пистолет. Блин, где дабстеп пушка? Че, хуяли что ли, суки? Дайте. Ух, нихрена. Слушай, да, столько интересных налик, каких-то... Отлично. Бля, вот она. Где она? Бля, где она, сейчас. Это ячейка 11 часов. Заходишь, подойди к двери, нажми R. Там будет оружие, кэш, можно выбрать оружие. И там она есть. Все, я выбрал ее. Блять, у меня есть дабстеп пушка. Я ебал. Сука. Сейчас надо проверить. Я без тебя не буду проверять, жду тебя. Понял? Ты заходишь в оружие. Я сделал. Сделал, там охуеть может. Сука, как же хочется проверить. Так, стоп, она есть, да? Правда? Да. Только давай, подожди, не нажимай. Давай, давай. Пошли, давай на дорогу. Побежали. Давай, ты скомандуй просто. Давай сейчас людей тогда. Мы найдем, ты скомандуй и нажмем одновременно. Только люди должны быть где-то. Ну, не вот где-то. Два копа, Алекс, смотри, два копа. Давай. Стоп. Нацелимся, давай. Да, на них? Нажимаем? На правую кнопку целимся, так, так. И что, ткнем? Тыкаем? Давай. Охуеть! Смотри, блядь, автомобиль пляжет. Я ебал. Смотри, что он делает, смотри. Твою мать. А я, походу, делаю, заряд кончился. Смотри, что. А что, надо держать кнопку, что ли, да? Да. А, все, я понял. Танцы, блядь. Музыка еще охуенчик такой, да? Так, я предлагаю закончить и посвятить серию дабстеп пушки конкретно уже следующую. Да, следующая серия это будет конкретно посмотреть, что пляшет, отплясывает. Я офигел, вот это круто, блядь. Ради этого я не зря допрыгивал. Вот ради этого я даже, блядь, и не тал. А вот Олег сделал, пропрыгал специально. А посмотри, на пушка. На эту ёбаную вышку, да. И сделали так, что мы... У нее пластинка, ты видишь, у нее крутится пластинка, как на граммофоне, блядь, старый. Да. Ладно, ребят, все. До скорой встречи, тогда пока. Я думаю, что следующая серия будет очень эпичная, блядь. Очень эпичная. Все, пока. Всем пока.